Вот как восстанавливать ментальную энергию? Вы знаете, вся ментальная энергия, суть ментальной энергии только в фокусе, в концентрации. Как узнать, что ментальная энергия кончилась? Когда ты читаешь, и не понимаешь. Глаза читают, но ты не понимаешь. Угу. Тексты не понимаешь. Глаза читают, но ты тексты не понимаешь. Соответственно, есть два способа восстановить ментальную энергию. Первый способ — это смена фокуса. Когда ты занимаешься там, условно, рафтинг или багги, ты едешь, ты должен на другое смотреть. Либо это расфокус, полный расфокус. Полный расфокус хорошо работает, когда ты смотришь на огонь, на реку, когда ты ни о чем не думаешь, смотришь на все, но ничего не думаешь. Лег, и подкаст. Да. Лег и на небо смотришь просто, и ни о чем не думаешь. Вот этот расфокус хорошо восстанавливает ментальную энергию.